легенде, 100 лет назад на наших землях побывал Владимир Ильич Ленин. Именно тогда был основан совхоз, названный именем вождя мирового пролетариата. В день сельского поселения для жителей подготовили настоящее представление, в котором рассказали об истории предприятия. Чем жил совхоз в годы войны, как развивался в советское время, как стал одним из лидеров по выращиванию земляники в России. Перед собравшимися выступили представители администрации и вручили награды активным жителям за личный вклад в развитие поселения. От себя лично, от главы, от руководства района мы пожелали огромного счастья, любви, процветания, поскольку сельское поселение, совхоз имени Ленина, оно особенное. Это поселение, которое занимает лидирующие позиции по многим показателям. В поселке постоянно проводится благоустройство территории. Активно развивается спорт, культура. Продуманы все условия для комфортной жизни. Если мы берем 2017-2018, у нас появилась еще одна школа. Замок детства, наш детский сад, разрушится еще на одно здание. А планируется строительство бассейна. За 2017 год у нас было сдано 2 дома. И, соответственно, получается, мы приросли новыми жителями. Мы расширили количество секций, которые занимаются в центре культуры, в центре спорта. На центральной площади поселка в день праздника собралось много людей. Как оказалось, не все они местные жители. Кто-то приехал из Москвы и других ближайших городов, не зная о том, что здесь проходят народные гуляния. Поселок известен своими успехами не только в Ленинском районе. Мы первый раз попали в этот парк, нам очень понравился. А сегодня еще юбилей вашего поселка. Да, поздравляем. Спасибо большое за парк. Спасибо за парк. Классный. Классно, спасибо. И спасибо за праздник. Праздник тоже великолепный. Очень приятно смотреть на детей, как они выступают, и следить за их достижениями. Конечно, за этот период очень много для нас, для жителей, совхоза имени Ленина. Сделана такая красота. Кругом. Есть где отдохнуть, есть где с ребятами погулять. И вообще, за такой... Можно сказать, короткий период сделано очень много. В планах у руководства муниципалитета и сельского поселения держать высоко поднятую планку уровня жизни в совхозе и не сбавлять темпов развития. Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Сергей Ларин. Видное ТВ.